И всем привет, вы на канале Тковка ТВ. И сегодня со мной продолжение сериала «Мой новый друг», второй сезон. И это пятая серия. Давайте начинать. Ой, куда ты нас завела, Крамгильда? Ай, что это за место? Странно. Как тут странно. Кто это? Ого! Раз, дракон. Точнее, это даже два. А это еще кто? Еще дракон. И это же ночная фурия. Что с хвостом у этого дракона? Ай! Девочка, ты чего? Ночная фурия. Это же самый редкий дракон. Что с тобой? У него хвост. Надо снять это. Ой, что это у него с хвостом? Кто это посмел сделать? Ах, я помогу тебе сейчас. Так, ой, что-то не получается. Что я так не так делаю? Надо было посмотреть. Может быть, у него еще там что-нибудь с хвостиком случилось. Так. Так, выходит. Сейчас размотаю. И, кажется, я размотал ему хвост. Ну да. Так у него только один хвост. У него только одна часть. Я как раз в детстве, когда была маленькая, вы ведь драконы просто летали. Мне родители показывали в ночных фури, как они выглядят. Я тоже хотела быть такой, как ты, дракончик. Ой, так ты беззубик, у тебя нет зубов. Хочешь? Нет, у тебя есть зубы. И там я себе сделаю закрылок. Вот такой. Красного цвета. И он тебе подходит. Сейчас чик-чик закреплю. И ты можешь летать. Пожалуйста. Ты такой добрый. Вообще все очень добрые. Но почему никто это не видит? Очень жалко, все драконы такие мирные, хорошие. И ты, Крамгильдочка, все драконы хорошие. А ну-ка, стоять, не с места. Что это, что это? Стоять, я сказал. Я сказала стоять. Всем стоять. О нет, а вы разве не кушаете? Мы уже поели пончиков. Где... Вот это дракон! Это же гнездо драконов! Здесь их так много! Редкая ночная фурия! Все драконы, улетайте немедленно! Беги, Крамгильда, лети! Ты двуголовый, лети! Давай! Быстрее! И ты, красненький! Ну что ж ты не летишь? У тебя же закрылок! Он автоматически работает с помощью... Ты не можешь. Ха-ха-ха, трофей, ночная фурия. Их никто не мог поймать. Ну уж нетушки. Я драконов в обиду не дам. Сейчас мы полетим с тобой. Быстрее лети, давай отсюда. Быстро. Ой, ты плоховато летаешь.
прилетели. Ой, ну какой ты хороший, Беззубик. Ты мой лучший друг, как и Грангильда. Но Грангильда, пусть она будет свободной. А ты, я думаю, не сможешь. Будем с тобой вместе. Я приведу тебя домой и докажу маме, что вы не злые. И я знаю, что я сделаю. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. И ждите продолжения.